Президент России так и не прибыл на саммит в Гамбурге. Его текущее местоположение неизвестно, и никто не знает, как это скажется на мирных переговорах. Похоже, Макаров сделал свой ход. Если он вернулся в игру, он хочет, чтобы об этом все знали. Где начнем охоту? В Африке. Макаров использует местных боевиков для перевозки грузов в Сьерра-Леоне. Оттуда они через Марокко идут в Испанию. Он идет на север. Прямо к порогу Ее Величества. Что это за груз? Я не знаю, но он для него важен. Он нужен мне. Можем подобраться по реке. В лагере есть фабрика, возможно, они хранят грузы там. Но эти ополченцы учиняют геноцид в горах уже много месяцев. Они будут повсюду. Макаров не допустил бы этого, не служа оно какой-то важной цели. Скорее всего, ублюдок будет там, чтобы следить за всем лично. Если он снова в игре, значит, мы тоже. Деревни. Понял. Подберу вас через час. Фабрика уже недалеко. Груз Макарова должен быть там. Не шумим. Пошли. Не высовывайтесь. Здесь повсюду ополченцы. Соу, постарайся на этот раз не поймать пулю. Лучше о себе побеспокойся, старина. Еще двое. Надо их убрать. Подожди, пока проедет грузовик.
Кто-нибудь, он переместился в штаб ополченцев в центре города. Идем туда. Внимание, у нас гости. Нас заметили! Значит, устроим им теплую встречу. Юрий, миномет на крыше твой. Начинай обстрел! Води по ним из миномета!
их церкви! Живо! Вытаскивай нас отсюда. Как думаете, что забрал Макаров? Вот найдем гада, сами у него спросим.